При наличии зоопарков National Geographic и Википедии трудно поверить, что где-то еще остались животные, о которых мы не знаем. Но правда такова, что каждый год ученые открывают около 15 тысяч новых видов. На данный момент им удалось каталогизировать и дать имена более 1,3 миллионам земных существ, а всего их по подсчетам тех же ученых должно быть в 6 раз больше плюс-минус. Таким образом, на нашей планете не только имеется много существ, которых современным ученым еще предстоит обнаружить, но не которых из них можно назвать как встречающихся чрезвычайно редко, по крайней мере для людей. Большинство из нас имеет отдаленные представления, о кошачьем мире там есть лев, тигр, леопард и гепард, а также их более скрытные аналоги, рыся, ягуары и барсы. А есть тот, кто живет прямо в вашем доме, он любит нападать из засады и охотится на лодыжки или пальцы. Причем, несмотря на свою кровожадность, этот хищник до сих пор получает сытную еду два раза в день. Но на самом деле это лишь небольшой процент, примерно из 50 видов кошачьих, населяющих нашу планету. Самая неуловимая из всех кошек в мире африканская золотая кошка, которая находится где-то между вашей любимой мурки и шерханом. Она описывается как среднего размера или примерно в два раза больше, чем кошка, конечно, в зависимости от того, сколько пакетиков корма вы в нее запихиваете. Она живет в центре и на западе африканского континента, обычно потянутая и имеет легкий пятнистый окрас, как леопард. Впервые африканская золотая кошка была описана в 1827 году, но она настолько неуловима, что никому не удавалось сфотографировать ее аж до 2002 года. А видео стало доступно только 10 лет спустя, когда камеры ловушки наконец начали снимать кадры с этими удивительными кошками. Несмотря на это, животное по-прежнему очень трудно обнаружить, поэтому никто не знает, находится оно под угрозой исчезновения или нет. Один исследователь даже признался, что за четыре года его поисков он видел африканскую золотую кошку только один раз. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.